Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня хочу предложить вашему вниманию салат из кальмаров. Отличный вариант не только для праздника, но и для ужина или обеда. У меня на канале есть другие рецепты салатов, ссылка под видео. Давайте готовить. Предварительно подготовлю все продукты. Лук мелко шинкую, замариную его. Кладу сахар, соль, наливаю горячую воду. Добавляю уксус, берите любой, пока уберу. Если лук не горький, то можно этого не делать. Но в обжаренном виде маринованный лук намного вкуснее. Шинкую дольками грибы. Сладкий перец разрезаю. Удаляю плодоножку. Нарезаю его мелкими кубиками. Яйца мелко рублю. Кальмары нарезаю мелкими кубиками. Продукт подготовила. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, воду с лука слила и отжала. Обжариваю его до прозрачности. Добавляю к нему грибы и жарю их до готовности. Уберу остывать. Пока остывают грибы, приготовлю заправку. Можно использовать просто майонез, но мне больше нравится такая. Разминаю желток, добавляю перец, соль, немного винного уксуса. Уксус может быть любым. Сметану, все хорошо перемешиваю. Буду собирать салат. Выкладываю в салатник перец, яйца, остывшие грибы, кальмары. При необходимости солю и заправляю подготовленным соусом непосредственно перед подачей на стол. Выкладываю на порционную тарелку и подаю к столу. Салат получился очень нежным и вкусным. Перец придает ему свежесть. Если вам понравился рецепт, поделитесь им в соцсетях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.